Привет всем фанатам Гарри Поттера! С вами Таня на канале Поделки-самоделки. Хочу вам показать, какие я сделала бумажные сюрпризы в стиле любимого фильма. Необычные красивые картинки, которые я нарисовала своими руками. В каждом из них лежат самодельные наклейки, которые я, кстати, недавно сделала. Наклейки тоже необычные и волшебные, сами приклеиваются. Ни скотча, ни пергаментной бумаги для этого не нужно. Посмотрите, какие они милые получились. Каждый из вас найдет своего любимого героя, пусть даже он будет и не очень хорошим. Бумажный сюрприз в виде платформы 9¾. Правда, необычный? Ну что, нашел свою любимую наклейку? Возможно, в другом сюрпризе лежит тот, кто тебе нравится. Рон, Гарри, наверное, это Гермиона. Многими любимая героиня. Сюрпризов получилось очень много. А какие упаковки для них? Отпад. Особенно вот это. А может это? Или вот это? Выбирай на свое усмотрение, ставь лайк и смотри, как сделать бумажные сюрпризы своими руками. Берем обычный лист белой бумаги формата А4. Складываем его пополам и на одной из половинок рисуем любимый рисунок – карандашом. Перед тем, как его раскрасить, положим вовнутрь, между страничек, еще один листочек. Так как мои маркеры могут пропитать все листы насквозь, а это неэстетично. Возьму свою любимую перчатку для скетчинга, ведь я сейчас именно этим и буду заниматься. Превращать свои рисунки в яркие и красивые картинки – в стиле Гарри Поттера. А пока я раскрашиваю, у каждого, кто еще не подписался, есть время наконец-таки сделать это. Только не забудь нажать на колокольчик, чтобы приходили уведомления о выходе нового видео на нашем канале. А для тех, кто уже подписан, я приглашаю на свои новые платформы, такие как Яндекс.Дзен, Рутуб, Телеграм и, конечно же, группа ВКонтакте. Там вы можете видеть меня и общаться со мной. Посередине своего рисунка напишу большими буквами «Гарри Поттер». Как вы считаете, получилось красиво и чисто внутри? Обрежем лишнее. На этот раз бумажные сюрпризы у нас будут квадратные. Берем клей-карандаш и слегка наносим его по самому краю внутреннего сюрприза, оставляя небольшие два промежутка, которые расположены параллельно друг с другом. Вообще, можно сразу разместить свои сюрпризы и склеить все стороны вместе, но я так делать не хочу. Хочу, чтобы мои красивые картинки еще мне послужили и порадовали глаз. Поэтому в этом месте, где находится несклеенный участок, я сделаю надрез по всей длине. И еще немного подровняю его, получая два кармашка для хранения наклеек или сюрпризов. Также я подготовила заранее круглую форму бумажного сюрприза. Платформа 9¾. А вот этот мой, наверное, самый любимый, так как очень мне нравится. Обрежу его до нужного размера с помощью вот этого квадратного сюрприза. Пришло время разместить своих рисованных персонажей в бумажные пакетики, чтобы они стали бумажными сюрпризами. Переворачиваем и с легкостью кладем наклейки в кармашки. А кто не видел видео, как сделать наклейки из бумаги своими руками, необычным способом, без скотча и без пергаментной бумаги, ссылка будет в верхнем правом уголке или в описании под видео. А если ты снимаешь видео с сюрпризами и не хочешь рвать их, тогда можешь сделать так. Наклеить тонкую полоску бумаги,
на место, где сделан разрез. Только клей нужно взять карандаш. Он легче отрывается от приклеенного места. Так и сюрприз получится, и картинка будет целая. Ведь потом можно еще показать всю свою коллекцию бумажных сюрпризов. В свой любимый положу всех трех главных героев фильма. Гарри Поттер, Рона, Гермиону и Гарри. Ух, как он мне нравится! Не передать! В оставшийся вот этот положу Волан-де-Морта. Милашку Добби и верного друга Буклю. Белая сова, кто не знает. Выбирай, какой бумажный сюрприз тебе понравился больше всего. Напиши в комментариях, а я буду ждать. Не жалей для него своего лайка. А я тебе дарю воздушное сердечко. Лови! Делись видео с друзьями. Пусть и они тоже будут знать, как сделать бумажные сюрпризы своими руками. Всем волшебного настроения! Пока-пока!